Мы на выставке первый раз в этом году. Это наша совсем вторая выставка в Казахстане. На прошлом году мы пытались работать с другим компанией. Точно, это мероприятие намного, намного лучше, чем наш опыт на прошлом году. Много контактов, много переговоров о нашей технологии. Так я думаю, что на следующем году будем с вами тоже. Участвуем в этом году впервые. У нас сейчас усиленное присутствие нашей компании в регионе Центральная Азия. В первую очередь мы ставили перед собой цель увидеть уже наших заказчиков существующих, познакомиться с новыми людьми, обрасти, скажем так, новыми контактами. Я считаю, что цель была полностью нами достигнута, потому что ваш конгресс он предоставил много возможностей в этом плане. Мы участвовали в встречах, у нас специалист участвовал в круглом столе, поэтому я считаю, что да, цели были достигнуты. О выставке все очень здорово, все очень нравится, много потенциальных клиентов, хорошее впечатление. Надеемся, что будет плодотворное сотрудничество, что будет много заказов. Думаю, в следующем году мы будем участвовать в данной выставке. This is our second time actually. The first one was in, I think, 2018 that we participated, and then we got a very good response. From there was a good lead for our products, and that makes us to come back this year. Of course, I think it brings a lot of benefits to the company and also to the products in general. Yeah. There are quite a number of visitors who came and looked at our technology, and also the networking session that AMM organized yesterday was really good. It was a good connection. Благодарю организаторов за такое мероприятие, за этот конгресс. Он является ежегодным, и мы, как Техгарден, планируем каждый год участвовать. Но именно в этом году, по-моему, он был лучшим. Отличные B2B-встречи были организованы, и сам по себе нетворкинг на уровне. Ряд новых знакомств у нас было. Именно прям предметно, точечно с каждым отработали. Это наша целевая аудитория. Плюс еще и благодарю за то, что госорганы здесь приняли участие, потому что мы, как научно-исследовательский институт, всегда нуждаемся в государственной поддержке, и мы достучались как до государства, так и для своих ключевых клиентов. Наша экосистема, она растет, и, так сказать, Техгарден 2.0. Ждите Техгарден 2.0, и благодаря таким партнерам мы добьемся больших успехов.